Все хотят денег. Видите, я хочу. В одном из видео я давала вам упражнение выйти на сцену, где мысленно представить 5000 человек, и вы говорите «хочу денег». И одно из упражнений я говорила «хочу секса». Хотеть – это нормально. Есть такое понятие. У кого что болит, тот о том и говорит. Для кого-то в данном контексте времени деньги являются больной темой. В прямом смысле у человека долги, например. И ему, если он не закроет вот завтра долги, то у него заберут квартиру или там семью выселят. Или там, не знаю, там потеряет какой-то авторитет среди людей. Поэтому это нормально хотеть денег. Это естественно. Потому что давайте разберемся, а что такое деньги? Очень часто люди заказывают деньги, не понимая, а что такое деньги. Я всегда это называю. Вон машина стоит без колес. То есть это стоят твои желания. И иметь желание – это нормально, и воплощать желание – это нормально. Но для многих желаний необходимы колеса, так вот, чтобы машина поехала. Так вот, колеса – это и есть деньги, благодаря которым ваши желания осуществляются. И это естественно. Что такое желание? Когда мы получаем желаемое, то есть мы хотели, у нас появляется драйв, у нас появляется энергия. Вот не было желания, вот появилось желание, вот я воплотил. И очень для многих желание – это закрыть кредиты. Для многих желание, не знаю, там, купить квартиру, потому что для кого-то деньги для того, чтобы снять квартиру. В аренду в ту же, например, да, или даже просто ребенку купить какой-то велосипед или там что-то желаемое. Поэтому это нормально в машине иметь колеса. Если не будет колес, мы понимаем, машина не поедет. Второй вопрос, что очень многие не понимают, как это связано между собой. Желание, деньги, деньги, желание. Главное, вот смотрите, вы пишете здоровье, долгие годы жизни. Но и здоровье, для здоровья тоже необходимы деньги. По одной простой причине, потому что хочу быть здоровым. Это желание, которое должно быть обеспечено колесами. Что сегодня здоровье связано с правильным питанием. Сегодня здоровье связано с тем, что какие-то процедуры ты проводишь, да, и так далее. То есть все вокруг связано с деньгами. Деньги – это как колеса, которые обеспечивают желание. Деньги – это как воздух, который нам необходим. Потому что я вышел из дома, проехать даже на маршрутке, уже нужны деньги. Я только вышел купить хлеба, нужны деньги. Купить там, не знаю, какую-то себе забаву, порадовать себя, нужны деньги. Поэтому это здорово, что люди прокачивают свои желания. Я в одном из видео говорила о непринятом качестве жадности.